Здравствуйте, я расскажу вам о некоторых событиях из орловского спортивного и околоспортивного мира. Итак. С 5 числа и по 21 сентября в Анапе проходят 13-е Всероссийские юношеские игры боевых искусств. Участвуют в них более 5000 спортсменов со всей страны. Ваня, справа заходишь, левой ногой заканчиваешь. Все, и выходи, не стой! Ты знаешь, где твоя правая рука? На этих соревнованиях разыгрывается более 700 комплектов наград в 25 видах спорта. Это рукопашный бой, тайский бокс, тэквондо, джиу-джитсу, кикбоксинг, айкиду, ушу, самбо, сумо, армейский рукопашный бой и прочее. Место проведения – спорткомплекс «Витязь» в поселке Витязево. И сейчас населением этого поселка являются преимущественно боевитые ребята от 10 до 18 лет. Среди них и делегаты от Орловской области. Вот как они себя уже показали. И опять процитируем здесь коллег-телевизионщиков из Анапы. Хочу вот, знаешь, вот подчеркнуть, Свердловская и Орловская и Тульская очень сильные ребята. Очень сильные. Вот уровень очень серьезный. Сводки о победах орловчан только начинают поступать. На сегодня известно о бронзе Алины Андреевой из военно-патриотического клуба «Витязи Отечества». Это кромы. А еще поздравляем Даниила Носова. Он учится на повар-кондитера в Орловском реставрационно-строительном техникуме. Даниил в своей категории стал серебряным призером этих боевых игр. Впрочем, наши борются за победы и не так далеко, а только махнув на денек к соседям. Например, они стали призерами всероссийских соревнований по спортивной борьбе, которые проходили в Брянске. В тамошней спортшколе Олимпийского резерва «Локомотив» собралось более 200 спортсменов из 13 областей. Были там и амчане, были и воспитанники Орловской ШОР боевых искусств. По итогам соревнований в активе команды Орловской области 5 медалей разного достоинства. Тренеры, кстати, недовольны парнями. У девчонок-борцов побед оказалось больше. В Смоленске завершился финальный этап первенства России среди команд спортивных школ. К участию позвали юношей 2006 года рождения. Точно название соревнований звучало так – первенство SFF-центр. То есть первенство организовал Союз Федерации Футбола «Центр». Это футбольное объединение, в состав которого входит 12 регионов, включая Орловскую область. Участвовали в первенстве 13 команд. Лучший результат на стадионе Смоленского государственного университета спорта, где все и прошло, показали ребята из Тамбова. Орловские русичи оказались на 4-м месте, что в целом является неплохим результатом, если только вообще не случайностью, не позволившей нашим войти в тройку победителей. А у меня на этом все. Будьте сильны и здоровы!